человек, он знает тайны сердца. И он знает, он любит тебя. И он творит чудо для тебя. Исключительно для тебя. С этой молитвы начинается новая жизнь в вашем теле. Приветствую вас, дорогие телезрители по всему миру. Это передача «Время чудес», передача, которая выходит каждый день в 21:00. Масса людей подключаются прямо сейчас, чтобы пережить прикосновение Святого Духа, пережить Его живое Слово в своей жизни. Это передача «Время», время Божьего проявления, время Божьих ответов для каждого. Поэтому делитесь этой ссылкой со своими друзьями, со своими близкими в соцсетях и повсюду. Пусть миллионы людей узнают, что Бог есть, и только Он может по-настоящему помочь каждому человеку на этой земле. Это время настоящих чудес от Бога. Вы уже будьте готовы, ожидайте Его прикосновения, ожидайте прикосновения Святого Духа, потому что когда апостол молится, когда пастор Виктория молится, сила Духа Святого буквально вливается в дома, вливается в то место, где человек включил эту передачу, и его присутствие наполняет дома, автомобили, где бы вы ни находились, и вы уже переживаете это. И так интересно смотреть, как Бог, Он буквально меняет вашу жизнь, исцеляет болезни, освобождая, отвечая на самые невероятные нужды. Он приходит и спасает вас. И для меня большое удовольствие представить вашему вниманию еще одну историю настоящего чуда, которое Бог совершил. Давайте посмотрим. В 1997 году первый раз у меня был инфаркт сердца. В 2007 году был первый инсульт. Я полгода не могла говорить. Почти ничего не могла делать. Это был тяжелый инсульт. А в 2010 году был второй инсульт. После этого всего я постоянно замечала, что что-то в моем теле не так. Я к одному врачу обращалась, к другому, и туда, и сюда. Они мне говорили, что у меня психические расстройства. После того, как мне много раз было плохо, и я теряла сознание, было так, что я на секунду отключилась и упала в обморок. Тогда моя старшая дочь сказала: «Все, хватит. Мама, я отвезу тебя в город Гессен к твоему двоюродному брату». А он — главврач в городской больнице Гессена. Мой двоюродный брат меня осмотрел и говорит мне: «Послушай, теперь я понимаю, почему тебе все хуже и хуже». И он дал мне направление в онкоклинику Ветцлере за 30 километров отсюда. «Завтра утром тебя на скорой туда отвезут». Он видел, что у меня вообще уже больше не было никаких сил. Уже в онкоклинике мой профессор сказала мне: «Госпожа Рауш-Фридрих, вы должны понять, у вас два сложных рака». 10 месяцев я болела. Из этих 10 месяцев я была 2 или 3 дня дома. И мне было так плохо. Меня отвозили в клинику снова. И пришел момент, что мне профессор не разрешил быть дома. И меня тогда отправили в дом престарелых. Я не могла спать. У меня не было сил, не было аппетита. Для меня все стало серым. Жизнь после третьей химии изменилась. Все стало серым.
Рак проник в почки. Сначала на одну сторону, потом на другую. У меня стали плохо работать почки. Но самое страшное, когда рак попал в легкие. Я получила легочную эмболию, а потом воспаление легких. Позднее я впала в кому. Эрика была в коме неделю. Придя в себя, она могла жить только с кислородным баллоном. Я страдала от таких сильных болей, что вынуждена была принимать в день по 6 сильных капсул морфия. Из-за этого я почти все время спала. Рак съедал женщину. Находясь постоянно дома, она медленно и мучительно умирала. Но однажды, переключая каналы, Эрика услышала по телевизору русскую речь. Это были слова веры и надежды в самое лучшее. Я лежала и слушала. Слушала Владимира Мунтиана. И когда он сказал, что приедет во Франкфурт, в город Офенбах, я сказала детям: «Даже если вы меня повезете на тележке в Офенбах, я хочу туда». Боже! Мы приходим к Тебе, мы приходим к Тебе. Отец, я молю Тебя за каждого человека. Мне ничего дороже отношений с Тобой, Ты помоги нам. С первых слов молитвы апостола Владимира я переживала прикосновение Святого Духа. И особенно в тот момент, когда он молился и говорил слово знания об исцелении от рака. Дух Святой, драгоценный, Боже, сегодня время Твое, Господи, аллилуйя. Кровь Иисуса Христа прямо сейчас я разрушаю рак. Я разрушаю рак. Дух рака, убирайся вон. Убирайся вон во имя Иисуса. Раковый клеток исчезает во имя Иисуса. Метастазы исчезают во имя Иисуса. Помазание было настолько сильным, что я не смогла стоять на ногах, и меня вывели на сцену. И когда апостол возложил руки на меня во время молитвы, именно в этот момент внутри, как будто бы все разрывалось в животе, это не описать даже словами. И моя подружка говорила потом: «Ты кричала: мой живот, мой живот». Это собрание, dieser Gottesdienst, оно будет судьбоносным для тебя. Wird Schicksals, ein Schicksal für dich sein. Amen. Дай Богу славу. Gib Gott die Ehre dafür. Очень много людей, которые, viele Menschen, вернувшись домой, обнаружат, что болезнь, ich habe herausgefunden, dass Krankheit, она уже на кресте. Die Krankheit ist am Kreuz. Amen. А ты здоров. Du bist gesund. По прошествии нескольких дней, после того судьбоносного служения для Эрики, она решила пройти полное обследование. Меня положили на обследование, и врач. Уже после получения всех результатов, главврач, ответственная за меня, подошла и обняла меня. Я думаю, что происходит? А она говорит: «Госпожа Рауш-Фридрих, у вас нету никаких метастаз больше. Их больше нет. У вас нет рака. Вы полностью здоровы. Я больше не принимаю таблетки морфия после молитвы апостола Владимира Мунтиана. Я больше не принимаю никакие медикаменты. Ни таблетки от боли в сердце, ни от астмы, ни для щитовидки. Мое давление в норме. И мне не нужны никакие таблетки». Во время молитвы апостола Владимира Бог полностью исцелил Эрику от рака, и метастаз в ее организме больше нет. И сегодня она прекрасно себя чувствует и безмерно благодарна Богу за чудо исцеления. Если я еду в город на моем Феррари за покупками и встречаю знакомых, они говорят: «Эрика, ты очень сильно изменилась. Ты все лучше и лучше выглядишь». И я говорю:
У меня есть Отец, Господь Иисус Христос, Дух Святой, и потом я всегда говорю: «Пойдемте со мной в церковь, и вам тоже будет лучше». Я желаю и хочу, чтобы мы, немцы, здесь проснулись в Германии и многому научились от апостола Владимира Мунтяна и его жены Виктории. Я так благодарю Тебя, Бог Отец, Иисус Христос и Святой Дух, за Твою любовь ко мне, за мое полное исцеление от рака. Я благодарю Тебя за любовь к моим детям и ко всем людям. И я желаю, чтобы пробуждение пришло в нашу страну и во всю Европу. Вау, какое вообще потрясающее чудо! Дух Святой, Он сегодня совершает свои чудеса буквально во время каждой молитвы апостола, каждой молитвы пастора Виктории. Он касается людей и меняет их жизнь навсегда. И эта передача – ответ Бога на ваши нужды. Это время ответов для тебя. Это время чудес в твоей жизни. Это время, когда ты бросишь свои костыли и будешь ходить на здоровых ногах. Это время, когда опухоли в твоем теле, они исчезнут. Это время, когда твои зависимости, эти оковы зависимости рабские, они будут разорваны силой Святого Духа, потому что демоны, они вмешались и связали тебя. Но знай, во время молитвы апостола буквально каждый раз люди переживают силу Божью на себе. Это происходит по-разному. Бывают люди, они переживают, как холод в теле, жар в теле, как электрическая сила, как, знаете, такое не менее происходит. Но какое бы ни было прикосновение, каждый раз люди переживают свободу, свободу в своем теле, свободу в своей душе, свободу в своей жизни. Буквально через считанные секунды апостол Владимир, он будет молиться за вас. И Дух Святой, его сила, она сойдет на вас. С первых секунд, как вы увидите апостола, с первых секунд, как вы услышите слова молитвы, его сила, она брушится в ваше тело, она сойдет на вас, и вы будете полностью исцелены. Вы буквально встанете с инвалидного кресла, вы буквально бросите свои костыли, опухоли исчезнут, кисты исчезнут, кости срастутся. Бог, Он подарит вам новую жизнь. Его сила, она сойдет на вас буквально через считанные секунды. Вы уже были приготовлены Богу к этому чуду. И пусть сейчас эти чудеса, они происходят с вами. Внимание на экран. Дух Святой, я молю Тебя сейчас во имя Агнца Божьего Иисуса Христа. Отец Небесный, я прошу Тебя, коснись онкологически больным. Коснись. Ты помазал меня разрушать рак. Ты помазал меня разрушать эту болезнь, рак. Ты помазал меня, Дух Святой, разрушать эту болезнь, рак. Это родовое проклятие рака. Разрушать его. Ты помазал меня, Дух Святой, разрушать смертельный диагноз рака. Ты помазал меня, и прямо сейчас я говорю: дух рака, отставь тело. Дух рака, болезнь, рак, я обращаюсь к тебе, отставь тело. Я приказываю тебе, болезнь, рак, оставь тело, убирайся вон, прямо сейчас, раковые клетки вон, онкологические клетки вон прочь, раковые клетки вон, метастазы и вон, исчезните опухоли, вон я приказываю вам, во имя Иисуса, Дух Святой помазал меня, изгнать рак, Дух Святой помазал меня, изгнать рак, изгнать эту болезнь, Дух Святой помазал меня молиться, исцеление от рака. Производить исцеление от рака. Дух Святой через меня производит исцеление от рака. Прямо сейчас. Положите на себя руку прямо сейчас, там, где у вас опухоль, там, где, возможно, у вас очаг. Прямо сейчас, там, где метастазы. Положите руку сейчас, там, где раковые клетки. Во имя Иисуса Христа я приказываю. Болезнь рак, исчезни во имя Иисуса. Рак любой формы, исчезни во имя Иисуса. Проклятие рака я разрушаю прямо сейчас. Наведенное проклятие рака я разрушаю прямо сейчас во имя Иисуса Христа. Наведенное на род, на семейное древо, проклятие ракового заболевания. Я разрушаю тебе рак, дух рака, и уйди из этого древа.
выйди из этого древа сейчас же, выйди из этого древа, выйди из этого тела прямо сейчас. Кровью Иисуса Христа я тебя нейтрализую, я тебя убиваю сейчас, уйди прочь. Кровью Иисуса я сгоняю тебя из... исчезли навеки. Не прикасайся, Боже, я запрещаю тебе прикасаться к телу. Я запрещаю тебе возвращаться, я запрещаю тебе прикасаться, я запрещаю тебе даже близко подходить. Убирайся вон! Дух Святой помазал меня прямо сейчас молиться за исцеление от рака. И я молюсь, Дух Святой, коснись, исцели, исцели прямо сейчас, исцели. Положите руку на больное место. Исцели, Дух Святой. Коснись твоим прикосновением. Исцеляющая сила. Рак крови уходит сейчас. О, Боже, я благодарю тебя. Это ликвия уходит. И какой-то другой вид, я не знаю название. Прямо сейчас с крови уходит. Рак крови уходит сейчас. Прямо сейчас во имя Иисуса. О, Расака Рамашитала. Я вижу, как кровь сейчас новая. Новая кровь, новое тело, новые клетки, новая ткань, новое абсолютно все. Рак кишечника сейчас оставил. Ушел, кишечник исцелен сейчас от рака. Кишечник исцелен сейчас от рака, аллилуйя. Рак матки сейчас. Вы исцелены от рака матки прямо сейчас. Аллилуйя. Рак желудка ушел. Вы исцелены от рака желудка, вы исцелены от рака печени. От рака легких, от рака горла, от рака щитовидки. Прямо сейчас от рака костей вы исцелены. И рак в голове, опухоль. Прямо сейчас вы исцелены от этого рака в голове. Прямо сейчас от этой опухоли вы исцелены. Прямо сейчас рак костей, еще я говорю. И рак кожи сейчас уходит прочь. Полностью во имя Иисуса Христа будьте исцелены от рака. Прямо сейчас во имя Иисуса, во имя Иисуса, во имя Иисуса, во имя Иисуса. Во имя Анца Божьего Иисуса Христа благодать пришла незаслуженно, и вы исцелены. Примите исцеление во имя Иисуса Христа. Амен. 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 Вы исцелены. И теперь делайте то, что вы не могли. Надавите туда, где была проблема. Проверяйте себя, вставайте, поднимайтесь. Даже если вы лежали, все уже приговорены. Я говорю сейчас, вы исцелены. Примите сейчас. Я помазан на исцеление от рака прямо сейчас. Я молюсь, и я говорю, вы исцелены. Полностью рак ушел, вы исцелены от рака. Поднимайтесь и делайте то, что не могли. И идите в больницу, берите, сдавайте анализы все и проверяйте. И обещайте Богу обязательно свидетельствовать. Обещайте Богу свидетельствовать и рассказывать. Обязательно мне сразу же напишите. Я жду вашего свидетельства. Я жду. Пишите мне, снимайте видео мне. Я жду вашего свидетельства. Я жду вашего письма. Я жду вашего видео. Я жду прославления имени Иисуса. Я жду, потому что я жду, как вы покажете документы, что вы исцелены, покажете себя, что вы теперь здоровы от рака. Вы исцелены от рака, вы здоровы навсегда. Родовое проклятие рака разрушено. Родовое проклятие рака разрушено. Наведенное проклятие рака разрушено. Разрушено даже приобретенное проклятие. Все это разрушено. Через колдовство приходило. Разрушено колдовство. Разрушено все. Я жду вашего свидетельства. Напишите мне, пришлите видео. Идите, проверяйте себя в больнице. И анализы все сдайте, и подтвердите это документами. И прямо сейчас вы уже просто прославляете Бога. Я жду вашего письма, я жду вашего видео, я жду вашего свидетельства. Напишите мне, я вас жду. Амен. 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 Боже, спасибо Тебе за каждое исцеление, за каждое прикосновение. Спасибо Тебе, Дух Святой. Дорогие телезрители, Боже, как мы счастливы сейчас после этой молитвы. Бог, Он только что прикоснулся вашего тела, прикоснулся ваших обстоятельств, коснулся всей вашей жизни. Вы пережили на себе только что силу Божью. И первое, что вам нужно делать, это сейчас свидетельствовать, рассказать всем о том, что Бог совершил для вас.
вас. Расскажите об этом исцелении, расскажите об этом прикосновении, напишите нам письмо, пришлите свои фотографии до и после, и пусть все увидят, какое великое чудо для вас совершил Бог. Пусть все увидят, как Дух Святой, Он мощно двинулся через эту передачу время в вашей жизни. И пусть многие люди услышат и узнают, что время пришло и для них пережить исцеление. Время пришло и для них пережить от Бога реально начало, старт новой жизни. Поэтому обязательно прославляйте Бога за все Его ответы в вашей жизни. Передача «Время» выходит благодаря ежемесячной поддержке партнеров служения апостола Владимира и Виктории Мунтян. Дорогой друг, ты пережил благословение через просмотр передачи «Время». Бог чудным образом исцелил тебя, освободил, наполнил твое сердце миром. И прямо сейчас, через партнерство, ты можешь стать частью работы, которую совершает Бог сегодня по всему миру. Через твои финансы Бог достигнет тех людей, которые имеют нужду в том, в чем ты уже приобрел благословение. Я знаю, что каждый человек, он мечтает о том, чтобы в его кармане были финансы. Все мечтают о финансовой свободе. Но ведь в самом деле финансовая свобода – это такая свобода, от которой сложно отказаться. Никто не мечтает быть нищим, никто не мечтает быть тем, кто нуждается. Никто не мечтает быть тем, кто просит деньги занять. Никто не мечтает прятаться от кредиторов, прятаться от взаимодавцев, прятаться от друзей, у которых вы заняли деньги. Нет, никто об этом не мечтает. Все мечтают быть теми, у кого есть деньги. Все мечтают о том, чтобы у них был избыток. Дорогие друзья, ведь в самом деле что-то может измениться сегодня в нашей жизни, если мы научимся правильно поступать с теми деньгами, которые у нас есть. И самый первый шаг, который нужно сделать человеку, это связать свои деньги с Господом. Потому что когда мы отрезаны от Бога, деньги уходят как сквозь пальцы. Вы знаете, что в этой жизни, сколько бы денег ни пришло, очень часто они уходят, и мы не замечаем даже, куда они пропали, на что они были потрачены. Мы садимся и начинаем писать список, куда были потрачены деньги. И этот список такой длинный, и мы видим, да, в самом деле они потрачены. Но так жаль, что все эти нужды, они буквально, как живые существа, они съели эти финансы. Они их просто уничтожили. И ты думаешь, придут еще деньги, они еще съедят и еще уничтожат. Но что же делать? Как быть? Друзья, я знаю ответ. Финансы могут умножаться в твоих руках. Финансы могут расти в твоих руках. Ты можешь быть человеком, который прикасается к чему-то, и это расцветает. Прикасается к любому делу, и оно начинает расти. Ты можешь быть благословением сам по себе. Ты можешь быть благословением для жизни других людей и, конечно же, для своей семьи. Сегодня приходит особенное время, когда мы можем узнать, что нам делать. Итак, первый шаг. Свяжи свои деньги с Богом. Стань партнером. Есть вещи, которые нельзя никогда переступать. И самое первое – это десятина. Многие люди, знаете, вот заявляют, говорят, это было в Ветхом Завете. Нет, это не просто было в Ветхом Завете. Это было, говорят, в законе. Нет, это не было в законе, это было до закона. Авраам жил до закона. Исаак, Яков, они жили до закона. И Авраам дал десятую часть Мелхиседеку. Иаков, он отделил десятую часть. И Бог благословил его. Десятина, друзья, это не то, что давал просто закон. Нет. Десятина, она была и в Ветхом Завете, она и в Новом Завете. Она всегда, потому что это по духу. И когда ты обрезаешь свою десятину, 10%, ты обрезаешь как Божьи деньги. Вы знаете, что в этот момент
что-то меняется в духовном мире. Духовный мир — это мир причин, физический мир — это мир следствий. И вы можете узнать, что самые богатые люди планеты, они отрезают десятую часть. И это правда. Второе — это партнерство. Когда ты партнер с Богом, когда ты партнер в деле Божьем. Сегодня проповедуется Евангелие. Мы молимся за больных людей. Мы молимся за людей, которые находятся под проклятием родовым или наведенным, или приобретенным. Но проклятия рушатся. И сегодня кто-то, он оплачивает это. Вы знаете, наши финансы сегодня являются ответом для скорбящих людей. Наши деньги сегодня являются ответом для людей, которые связаны дьяволом. Наши финансы сегодня являются ответом для людей, которые сегодня находятся под гнетом болезни. Но когда мы жертвуем благодаря нашим деньгам, Слово Божье доходит до этих людей. Сила Божья доходит до этих людей, и люди освобождаются. Итак, когда я партнер, и я жертвую, в этот момент, друзья, я становлюсь частью работы Божьей. И благодаря этим финансам кто-то был исцелен. Другими словами, я посеял не просто деньги, я посеял исцеление. Я посеял не просто деньги, я посеял освобождение от бесов. Я посеял не просто деньги, я посеял разрушение всякого проклятия и свободу для человека. В этот момент кто-то стал здоровым благодаря тому, что я жертвовал. Я посеял здоровье, я посеял радость, я посеял победу. И в этом мире существует закон сеяния и жатвы. Когда вы придете на свой огород, если он у вас есть, если нет, то вы вспомните детство, вспомните огород своей бабушки. И там на огороде, там могли быть картошечка, там огурчики, там помидорчики. Но вы знаете, то, что посадили, то и было. Но не могло быть такого, что вы посадили картошку, а там выросли яблоки. Такого не бывает. И так и не должно быть. То же самое сегодня в нашей жизни. Когда мы берем свои финансы, мы неизбежно их тратим, а значит сеем. И когда ты отрезаешь десятину, десятина — это серьезное семя. Когда ты отрезаешь партнерские, это серьезное семя. В этот момент то, что ты сеешь, оно вернется, оно обязательно вырастет, даст плоды и вернется в твою жизнь. Я всегда задаюсь вопросом, во-первых, что я сею, сколько я сею и куда я сею. Потому что эти вопросы, они являются ключевыми для меня, они определяют, что будет завтра в моей жизни. Потому что если я взял свои финансы, и я беру десятину, я беру серьезные жертвы, и сею их. И я сею туда, где действует Дух Святой, где исцеление, где победа, где новая жизнь. Кто-то мог умереть и должен был умереть, но он был исцелен сверхъестественной силой Божьей. И в этом участвовали мои финансы. То знаете что? Я пожну это в моей жизни. Там, где, возможно, я бы заболел и умер, или кто-то из моих близких, они останутся живы. Я останусь жив, потому что я сеял жизнь. Как же я могу пожать смерть? Если я вижу, как кто-то через мои финансы был освобожден от каких-то бесов, то там, где бесы могли атаковать мой дом, мою семью, меня, моих детей, вы знаете, все равно придет победа в мою жизнь. Потому что ведь я сеял победу, значит, и пожну победу. В своей жизни я видел всегда, друзья, я сеял всегда. Я сеял всегда. И знаете что? Я видел всегда результат. Благословенным мы становимся только во Христе. Вне Христа мы не благословенны, вне Христа мы прокляты. Почему апостол Павел говорит, что он признал Христос меня верным, говорит, определив на служение, проповедовать Евангелие благодати Божьей? Почему именно благодати Божьей? Закон приводит тебя, что все от тебя зависит. Благодать, она делает так, что все от Христа зависит. Благодать – это незаслуженный дар. Или благодать – это противоположное тому, что ты мог бы иметь. Или противоположное тому, что ты заслужил. И Христос со своей стороны совершил всю работу. Его работа совершенна, как и Он Сам совершенный. Его работа совершена, Его жертва совершена, Его плата была совершена. Нельзя еще копейку доплатить.
Отец Небесный сегодня, Он любит тебя. Он любит тебя. Потоки любви льются с Него. Он сам есть любовь. Он сотворил тебя, и ты для Него дорог. Ты Его мечта, ты Его сын, ты Его дочь. Никто никогда к тебе так не относился, как Отец Небесный. Уже совсем скоро выйдет новая книга мирового спикера Владимира Мунтяна. Шестая книга из серии «Четвертое измерение. Благодать Иисуса Христа». Дорогие телезрители, это передача «Время». Время Божьего проявления, Божьих ответов. Она сегодня заканчивается, но завтра мы встретимся с вами вновь в 21:00. Подключайтесь со всеми близкими и знакомыми. И пусть масса людей, миллионы людей по всему миру, они переживут великого живого Бога. До завтра!